убедитесь, что вас никто не побеспокоит в течение некоторого времени. Примите удобную позу. Положение должно быть таким, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно. Закройте глаза и позвольте себе расслабить мышцы настолько, насколько это возможно. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Позвольте себе находиться здесь, сейчас. Позвольте ощущению расслабления наполнить ваше тело. Почувствуйте, как расслабляется ваш живот и поясница. Ощутите расслабление в груди. Приятная тяжесть и тепло окутывает вашу спину и шею. Расслабляет. Расслабляются плечи, они слегка опускаются и также наполняются теплом. Мышцы лица расслабляются и теплеют. Почувствуйте, как ваше тело становится мягким, тяжелым. Теперь направьте свое внимание в свои мысли и размышления. Подумайте, что для вас самое важное в жизни. Что вы цените? Что вы любите? Если вы цените честность, вы будете стремиться быть честным. Если вы цените свою семью, вы будете стараться проводить больше времени в ее окружении. Какие ценности влияют на вашу жизнь больше всего? Что вы цените? И что вы транслируете в этот мир? Теперь подумайте, что еще делает вас тем, кто вы есть. Представьте себе человека, которым вы себя считаете прямо сейчас. Ничего страшного, если вы не совсем уверены, кто вы. Просто представьте свой обычный день. Представьте, что вы смотрите на себя, наблюдаете. Как вы встаете утром? Как вы занимаетесь своими обычными делами? Наблюдаете.
наблюдайте, что вы делаете в течение своего обычного дня. Посмотрите внимательно, как вы занимаетесь этими делами. Вы наблюдаете за этим человеком. Наблюдайте, какой он. А теперь представьте, что вы можете избавиться от всего, что мешает вам жить. Представьте себе, что неуверенность в себе растворяется и заполняется уверенностью и сильной внутренней опорой. Представьте, как этот человек в комнате меняется и становится именно таким, каким вы хотите. Этот человек – вы. Меняйте себя, трансформируйте. Представьте, как у этого человека выравнивается спина, осанка, взгляд приобретает спокойствие и уверенность. Как этот человек, вы, приобретает спокойствие, уверенность, стойкое знание «Я есть». Себя в жизни с этими новыми качествами. Представьте, как он продолжит жить свою жизнь, но чуточку иначе. Как эти новые качества и способности смогут трансформировать вашу жизнь? Как эти новые качества повлияют на вашу профессиональную деятельность, на вашу манеру одеваться, на вашу манеру общения с близкими, с друзьями, с любимыми. А теперь соединитесь с этим образом, поместите его в себя. Ощутите, как наполняетесь этими качествами.